Последние участки трасс в рамках программы «Хорошие дороги 2020» отремонтируют до конца недели. Из 906 километров, подлежащих восстановлению, 904 уже отремонтированы. Среди населенных пунктов, где еще ведутся работы, село Кирсово в Гагаузии. В селе Кирсове этот участок делится на 4 улицы. Сейчас пока первый слой, будет всего 3 слоя в общей сложности 15 сантиметров толщиной. В остальных почти все делали в асфальтном варианте, и в асфальтном варианте мы все уже закончили, остались только вот белый вариант, и это последнее село. Белый вариант служит долго, тем более качество хорошее и толщина добросовестная 15 сантиметров. Местные жители не могут вспомнить, когда на их улице была хорошая дорога. Постоянная грязь, а после дождей и вовсе было не подобраться. Очень приятно, что делают дорогу, потому что было очень грязно. Ворота всегда были в грязи. Спасибо большое, конечно, что делают эту дорогу, потому что невозможно было грязь. И здесь вообще у нас вот так вот ямы и... Была, конечно, плохая дорога. Сейчас она очень хорошо, может быть, будет выглядеть. Нам будет очень хорошо ходить в школу. Будет очень удобно ходить, гулять там, с собаками там гулять. В Минэкономике утверждают, что программа «Хорошие дороги» уже на финишной прямой. На момент другой пункт есть финализация, все целые три района. Район Флориштер Масунсад, район... Кинчестер Масунсад, район Кахул, Масунсад. Ще Апатрия, ну, район, да, унитати територіала Гагузі, три сати, Лакарісі, Лукрязи, Ламомент. Если экзекутат Ланивел Дин, ну, уж новый Виргула Шапти Проченти, отчест программ. Напоминаем, проект «Хорошие дороги» был перезапущен по инициативе действующего президента Игоря Дадона. Благодаря ей были отремонтированы дороги более чем в 1000 населенных пунктов страны.